я ведущий на РБК. Это экономический канал, который занимается политикой. Экономический канал какой страны? А где именно, в каком городе работали? Я работала в студии, я была ведущей. В Крым ездили? Ну вот молодой человек говорит, что дача. В общем, я не помню. Точно помню, что на пароме, как он меня спрашивал, я не ездила. Мне кажется, несколько недель мы были в Крыму, мы просто поехали на лето.